исполнения музыкальных сочинений он будет импровизировать. Что сегодня он сотворит, мы даже не догадываемся еще. И хочу сделать такой маленький анонс, что в конце нас ждет, вернее, кого-то из вас ждет сюрприз. О нем я расскажу чуть позже, но будет такая маленькая вкусная деталь в конце нашего концерта. И все, что будет происходить на мольберте, если что-то будет неудобно смотреть непосредственно на сцене, будет отображаться на экране телевизора. В концерте примут участие наши замечательные друзья, коллеги, музыканты. Леонид Гурьев, труба, Любит Горн, лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Московской консерватории. Александра Ушакова, она будет играть на флейте, тоже лауреат международных конкурсов, преподаватель детской музыкальной школы имени Танеева, заведующий отделом этой школы. И замечательный наш коллега, дуваист Филипп Нодель, доцент Московской консерватории, тоже лауреат международных конкурсов. И все вместе мы постараемся создать для вас хорошую, теплую и душевную атмосферу на нашем концерте. В самом начале мы с Леонидом Гурьевым исполним произведение швейцарского композитора Жана Франсуа Мишеля. Он родился в Швейцарии. Наш современник, он достаточно еще молод, родился в 1957 году, трубач, композитор, поэтому он, как никто другой, знает всю специфику и красоту своего инструмента, и, обучаясь в консерватории, он параллельно с обучением на трубе, он занимался композицией. И им написано уже достаточно много произведений именно для музыки для духовых инструментов и в особенности для трубы. И одно из этих сочинений мы сегодня с Леонидом вам представим. Называется «Песнь пастуха, пастораль и танец». Начнем. Приглашаю вас. Thank you.
написан для фортепиано, флейты и флюгельгорн. Композитор довольно известный в свое время, он родился в середине 19 века и умер в самом начале 20-го. Получил прекрасное музыкальное образование и был прекрасным виртуозом, флейтистом, и при этом еще и писал музыку. То есть он занимался композицией, помимо своего исполнительского стиля. Надо отметить, что он был одним из самых таких известных и лучших учеников Тебальда Бёрна, известного флейтиста, и продолжил в каком-то роде его дело. Тимоти принадлежит достаточно много научных трудов, именно как школы игры на флейте, и очень много камерных сочинений, в том числе и ансамблевых. И сольно, то есть он любил все духовые инструменты и посвящал им свои произведения. Приглашаем на сцену Александра Ушакова. Она присоединяется к нам с Леонидом к этому ансамблю. Я еще не ушел. Thank you.
слышно в стиле этого композитора. А сам Шантер гораздо более популярно трио Райнеки для гобоя и валторны и фортепиано. Мы просто решили посмотреть, что же есть еще вокруг такого состава. На самом деле музыки такой довольно много, порядка 10, наверное, произведений. Не исключено, что, в общем, это были какие-то определенные исполнители, для которых вот в таком сочетании гобой, валторны и фортепиано композиторы одного кружка, так скажем, писали музыку, писали трио именно для такого состава. И на самом деле, если глобально к этому репертуару подойти, очень интересно, что в тени известных авторов, да, упомянутого Шумана и Брамса, находится огромное количество менее популярных имен, но с абсолютно замечательной музыкой, поэтому у вас всячески призываем обратить внимание более пристально на 19 век, на камеру 19 век и духовой 19 век, потому что там очень-очень много замечательной музыки, которую мы будем усилить Кати и Леонида, примыкая к ним, тоже с удовольствием вас представляем. Итак, Хайнрих фон Кертигенберг, трио, для обоих, в данном случае Флюгель Горна и фортепиано, две части. Thank you.
течение этого часа в исполнении Федора. И сейчас самому удачливому, счастливому обладателю билета, находящемуся в этом зале, достанется эта картина, это Федор, расскажи, акварель, наверное, да? Да, у нас акварель. Я больше акварелист, поэтому... Да, поэтому мы предоставим слово Федору, он немного расскажет о каких-то своих впечатлениях от услышанного, о своей работе. Я пока займусь такими скорыми приготовлениями. Сейчас будет самое интересное. Уважаемые зрители, очень было приятно вновь выступать на КСМ. У нас уже не первый раз выступление совместное с Леонидом Гурьевым, Екатериной. И у нас, знаете, как так получился такой очень хороший диалог между живописью и музыкой. Мне кажется, это очень интересно, это что-то новое для России, по крайней мере, да, потому что, да вообще даже новое, потому что скажу, что такое есть, но нету вот этого чувственного контакта живописи. Потому что, ну, мы все привыкли, кто, может быть, знает, да тоже под музыку рисует художник, но обычно это некое шоу, чтобы получилось именно что-то вот прямо, скажем так, конкретное, да? А здесь непосредственно очень интересный момент, когда художник и музыкант, да, то есть погружаемся полностью вот в этот мир искусства, и здесь действительно, знаете, как бы тебя захлынывает эта энергетика музыки, и ты не знаешь, что действительно в результате получится. Это самое интересное, мне кажется, необычное вообще для, вот, для искусства, для живописи. Ну и тем более, мне кажется, это очень интересно, это очень увлекательно проследить такую ниточку, да, между музыкой и живописью. Поэтому я надеюсь, что это будет у нас еще не раз происходить, такой совместный проект. Поэтому тоже заранее всех приглашаю. И хотел бы еще такую небольшую ремарочку сделать. У меня открылась сейчас выставка. Поэтому я искренне всех приглашаю на свою выставку персональную в читальне Пушкина. Вот, читальне Пушкина. Будет интересно, можно просто посмотреть в интернете Федор Усачев. Я там легко меня можно найти. Подписывайтесь ко мне на канал, ставьте лайки, это я уже так по-современному скажу. Вот, а так очень радостно всех жду. И у нас будет финисаж 10 сентября, это день города. Возможно, у кого-то из вас получится прийти, будем очень рады вас видеть. У нас будет тоже музыкальная программа, правда, к сожалению, без такого мастер-класса, потому что там, к сожалению, просто такие залы, где не предусмотрено пока для мастер-класса. Но у нас будет замечательная музыка, выставка городская, городская тематика, я думаю, вам тоже понравится, будет интересно. Вот. Я всем рассказываю, пока сюда никто еще не идет. Вот. И надеюсь, что вам понравится сегодняшнее выступление. Мы тут посовещаемся, я решил, если пришел на некая объективность, вот, ну и решили пригласить, ну, как бы ребенка, который самый-самый-самый красивый, на наш взгляд. Вот. Поэтому, если никто не возражает, я приглашу на сцену маленькую девочку. Ксения, пожалуйста, принимайся. Красными красными банты. Банты, конечно, очень сочетающиеся. Кстати, Катя учится играть на трубе, да, она у меня учится. Вот. Как смелее, ни тени сомнения, что все будет отлично. Мы просто попросим Катю нам помочь. Вот. И помощь ей будет заключаться в том, что выйти через свой билет, Катя. Друзья, все знают, да, у кого какой? Все хорошо, Катя. Номер, место, да, ряд. Ну, чтобы откликнуть сейчас. Да. Катя. Катя, счастливая рука, я точно знаю. Вот, где Катя? Да. Поставай. Любую, какая больше нравится. Поставай. Разворачивай. Да, вот ты разворачиваешь. Да. И громко. И вслух. Второй ряд, пятый ряд. Вот так. Второй ряд. Но по билету, кто у вас есть по билету? Так, билет отсутствует. Выбираем. Точно? Все проверили? Ни у кого? А то обидно, но там третий ряд не подойдет. Я сейчас тут придется выживать. Еще попытка. Громко, на трубе играешь, да? Громко. Громким голосом, командирским. Вот. Четвертый ряд, восьмое место. Четвертый ряд, восьмое место. Что у нас? Так, восьмое место. Мы можем проверить.
Единственное, что я заметил, что нету подписи, поэтому, если позволите, я прям при вас подпишу тогда, хорошо? Вот. Немножко магии, хочу сказать, заряжена энергией музыки. Поэтому я думаю, что она вас будет радовать и нести особую энергетику. Вот. Так что спасибо вам. Вот даже не знаю.